Привет, это уже мое второе видео. Это дорожный. Блин, я не знаю. Музыкальные инструменты. Это гармошка, а это губная гармошка. Ну, знаете. А вот это вот такие печатные машины были. Вот смотрите, вы что-то напечатали. Подвинули. Смотрите, это будет. Ну, когда-нибудь будет для меня показывать, я возьму этот. Смотрите, а вот это вот древне. То ли древнерусское, то ли еще. Я не помню. Ну, короче, тоже музыкальный инструмент. Смотрите, какие рубаночки. Смотрите, какие рубаночки. Нифига. Ой, Антон, я же сказала, ничего не трогаем. Ничего музеев не трогают. Не трогают. Только дышат и смотрят. А может, это метла вроде бы? Серп, лопата. Ой, не лопата, а специальная такая лопатка для того, чтобы выпечку доставать. Фонарик. О, вот такой вот фонарь у меня почти был. У меня вопрос, что это такое? А сюда, а вот здесь вот тесто. Вот, там тесто. Туда, смотри, брали тесто, мега тесто, и за ручку брали, и поднимали, и так толкали. У меня был вот точно вот такой же фонарь. Нет, я не трогаю. Я не трогаю, я просто показываю. Это... Прилавок тоже не трогаем. Ангелина ручью брала, там протирают стекла. Давайте. Это масло в машину заливали. Ну, не мотор оставили. Смазывали, короче. О, смотрите, это ручка такая была. Вот такие вот фиги были, вертено. А это одесса. Смотрите, а вот это вот, типа, ну, не древнерусская, а древнерусская. Где, можно так сказать. Это. Смотрите, вот тут такие лампы были. Их брали, сжигали, запускали. И вот так вот горели они по трубочке. А, это шкатулка. Это представьте тут. А вот это вот. Я не помню, правда, как она называлась, но. Вот пластинки ложили сюда, настраивали и все. Бля, ты чё паришь? Вот, и играла музыка. Смотрите, статуя. Мини-статуя. Ты не можешь сделать себе трансляцию, не дал трансляцию. Офигеть. Ребята, Хьюстон, я в тюрьме. Нифига себе. Это у нас... Это у нас вечеринка вторая. Ну ладно, ребят, сейчас мы пойдем, не знаю куда, не знаю зачем, не знаю зачем, можно так, короче, сказать. Походу, уже сейчас здесь. Осталось еще 20 минут. Я не хочу оленю делать. Я буду пряничать. Я оленю буду делать. Конечно. Ребят, короче, все очень офигенно. Нам осталось ждать 20 минут, и мы начнем рисовать. Покажи, что это там. Нифига себе, у тебя что, прямая трансляция? Ну, два чувака. Называется Лев Кухон. Круто. Лев, это Лев Кухон, да? Лев Кухон. Как он называется? Скажи, как приложение называется? Перископы. Так, ребят, короче, у меня будут прямые трансляции. Я отвечаю, перископ, вау. Чё, пью? Да.
А это что? Это обезжечь кулич, да? Котяшка такая прикольная. Ну ладно, жирная, просто. Не знаю, ребят, слышите ли вы или нет, но это металлический шар, там еще внутри металлический шар. Это купили? Да. Уже? Да. Покажите. Ну, за 25 рублей. Ребят, офигеть. Смотрите, глиняные игрушки. Офигеть. А, ребят, и... Я вам посоветую, если вы снимаете свой канал на YouTube, то вы скачаете приложение Перископ, и там уже вы сможете прямо так снимать. Так. Ребят, я еще вам хочу посоветовать того... канал Мармока, мистера Мармока. Набирайте, он снимает прикольное видео. Иногда, да, веселится. Ну, не знаю, как для вас, но для меня он очень смешной. Поэтому, ребят, я, наверное, следующее видео буду снимать перископом. Всем привет, я Все, вот, смотрите, это... Вот скажи привет всем зрителям еще раз на камеру. Ладно, привет. Вот. Это, короче, сопутницы мои. Сопутницы. Ладно, ребят, давайте вот... Ребят, смотрите, я вот сейчас держу очень крепко свой телефон, потому что если я его уроню, будет звездец. Особенно будет вообще полный звездец, если он застрянет где-то на елке. Вот, все. Теперь можно хватку ослабить. А? Хочешь что-нибудь купить? Нет, у меня бабла нету. Щито! О, май, факет. Гад! Что за нафиг? Я не понимаю. Чёрт его знает. Ладно, ребята. Вау, смотрите. Смотрите. Офигенно. Григорий, мы не видели? Ладно, я одну желтую кадр попортил. Ладно, все, ребятки, отключаю это. Все, ребятки, я отключаю это видео. Все, всем удачи. Какая упаковка, всем пока. Но я еще не прощаюсь.